статьи 9, часть 2 статьи 9. Закон Новосибирской области о муниципальной службе в Новосибирской области, это 157-й отзыв. Администрации города Бердска номер 272 КР, которая прилагается в качестве приложения номер 2 к заявлению. А приемника закон? Признать законом, да, вы просите? Да, но я предвещаю ваш дальнейший вопрос. Мы рассматриваем данное распоряжение не как акт ненормативной администрации, который нарушает права и свободы граждан или неопределенного круга, если его возлагает на незаполнительные обязанности, а в качестве приказа, равнозначно приказу о приеме на работу. Хорошо, следующий вопрос. Спасибо за ответ. Следующий вопрос у меня. Под заявлением у вас указано, что прокурор города... Это обоснование, предмет рассмотрения. И с точки зрения наличие оснований и предмета рассмотрения, исковые требования прокурора города Бердска, не соответствуют и не удовлетворяют действующим нормам действующего законодательства. Основание. Прокурор города Бердска требует расторгнуть трудовой договор на основании 3 пункта 84 статьи Трудового кодекса. Это предусматривает, когда трудовой договор расторгается и когда нет документов специального знания.